Wake up! С вами Вова Кэс. Я просто обязан об этом сказать. Поэтому, новые зрители, нужно подписаться на этот прекрасный канал и нажать на колокол. Делень-делень! И, конечно же, тогда вы будете в курсе интересных событий, интереснейших, сочных новостей. Ну и, конечно, приятного просмотра и не забудь поставить пару дизлайков и лайков. Иван Гай взял, да и засветился в ролике Данкара. Моргенштерн и Элджей устроили дебош в Москве. А Андрей Петров против Ксюши Бородиной. Эльдар Джарахов выпустил клип «Я Гусейн Гасанов». В нем он выстебал любовь Гасанова к деньгам и славе. Деньги, 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 деньги. Бабки, 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 бабки. Все из-за фильма Гасанова про самого себя, после которого фраза «Я Гусейн Гасанов» стала мемом. Я вот такой, я Гусейн Гасанов. Наташа Ящук сделала себе подтяжку груди. После рождения ребенка ее не устраивала форма. И она решила привести все в порядок. После того, как я родила и откормила грудью, моя грудь обвисла и выглядит непрезентабельно. Поэтому я приняла решение, что я хочу сделать подтяжку груди. Вся операция обошлась в 350 кэсов рублей. Моя грудь восхитительно прекрасна. Она смотрит прямо. Она лучшая моя подружка теперь. Недавно Ксюша Бородина высказалась по поводу ЛГБТ. Она нейтрально относится к сообществу, но категорически против пропаганды. Пишет, что скоро людей в мире вообще не останется. Такую позицию Андрюха Петров назвал испражнениями. Он считает, что при виде целующихся мужчин или женщин никто не может стать геем или лесбиянкой. А вот вы с кем согласны? Моргенштерн и Элджей устроили дебош в Москве. Ну или как они это сами назвали, день Кадиллака. Катались на крыше Кадиллака с прицепом, в котором был надувной бассейн. Прямо в этом бассейне Алишер и Леха исполнили свой хит для фанатов. Не обошлось и без полиции, которая по заявлению некоторых СМИ выписала им штраф. Короче, господа, у нас тут небольшие проблемы, ебать, как обычно. Кстати, Тендер Либая спела трек Моргена «Пососи». У меня день так ногой, мою коробкой. Чё ты такой ровкий, ты ж базарил так громкой. Пишите, как вам голос и исполнение Амины. Иван Гай засветился в ролике Данкара. Видео было посвящено изменению цвета волос и реакция на это его друзей и близких. Всем привет! Теперь я черный. Я был блондин, теперь я черный. Одним из этих друзей и был Иван Гай. Вау, Богдан, что у тебя на голове? У меня волосы на голове. Черные. Новая прическа очень стильно выглядит и свежо. Что, зрители хотели от Вани лайфстайл? Вот частично и получили. Я учусь делать прически, как Богдан. Ты тоже прическу делаешь, как у Вани Богдана. Обязательно все залетаем вот сюда. Многие не видели, а это предыдущий хороший, интересный выпуск. Поэтому кликаем, смотрим, ставим лайки и дизлайки. Ну и, конечно, для вас, новые зрители, которые еще не подписаны, немножко потерялись, подписывайтесь прямо сейчас. Не теряйтесь, ставьте колокольчик и всем пока!